Известная актриса казанского тюза Нина Калаганова, свыше 40 лет работающая в театре, отметила свой юбилей в кругу самых преданных почитателей и коллег по актерскому цеху. Для своего бенефиса Калаганова выбрала не специальный проект, а роль последнего периода в спектакле «Очень простая история», где она играет лошадь по кличке Сестричка. Когда актриса вдохновенно произносит монолог «Я старая, никому не нужная кляча», для всех очевидно, что к исполнительнице это ни в коей мере не относится. Дмитрий Пивоваров продолжит. Надечка, вон там еще банки на окне, вот еще цветы. При упоминании фамилии Калагановой всегда приходит на ум известной театральной династии. Муж Александр, знаковый актер не только казанских подмостков, трагически погибший, и дочь Елена, с которой вместе играют на одной сцене. Нина и Александр Калагановы всегда вместе. Они изображены в виде ангелов, которые когда-то поселились в стенах казанского тюза. Перелистывая роли Нины Ивановны, отмечающую внутренне индивидуальных героинь, а за годы службы актриса сыграла и представительниц поколений 70-х, и возрастные роли, и даже животных. Кстати, о последних. Актриса намеренно не выбрала для своего бенефиса какой-то специальный проект, а вышла в роли лошади-сестрички в спектакле «Очень простая история». Почему вы не сыграли мою любимую роль? Она действительно, я ее безумно люблю, я очень люблю. И я люблю спектакль, и зрителям он нравится, и зрители всегда благодарны. И я думаю, он не длинный, он хороший, он такой добрый, настоящий. Я думаю, почему бы не сыграть? Я летать хочу! Здрасте! Сейчас Калаганова мечтает сыграть на одной сцене вместе со своими учениками, будь то режиссер Юлия Захарова или актер тюза Алексей Егоршин. Проектов великое множество. Хотела сыграть Макдонаха, конечно. Это моя любимая роль, я ее последняя. Я ее очень люблю, свою сумасшедшую старуху. Ну, она не сумасшедшая, но я люблю, ужасно люблю эту роль, потому что такой собирательный образ, там все актрисы, за которыми я в своей жизни наблюдала. Вот. Скажи, пожалуйста, какую роль вы исполняете? Что характерно. А еще Нину Калаганову можно увидеть на всех значимых театральных мероприятиях и проектах. Ведь однажды заболев театром, из него уже никогда не выйдешь. Я очень порадовалась за мальчишек, которых я очень люблю, камаловцев. Радик, там, Искандер. Они такие замечательные ребята. Я слежу за их творчеством, потому что как бы с института знакома. А потом Саша для них был, дядя Саша, я была Нина Ивановна, поскольку я преподавала. И когда с тех пор, как они Шейлока сыграли, мы как-то очень сильно подружились. Сашка же играл Шейлока, они у него играли всей командой Фарида. Вот. Я порадовалась, когда посмотрела «Банкрота». Я порадовалась, пришла и поблагодарила, конечно. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».